Папа! Папа! Это было до того, как мы играли. Или там Сайнс спорил, что там у него типа все плоское. Ну он спорил, но он еще сильно не играл. Не, я вот сыграл с ним. Да? Ну да, у меня одна из Да, мне как-то до Саньки далеко, а вот до более серьезных игроков как-то достает. Спасибо. Рано. Рано. Вот теперь можно. И поход. Ой, бля. Бля, я рад, что я выбрался хотя бы на финал. У меня тут... Тачка, короче, или что-то типа, ну, хуёве ехать начала. Я думаю, что за херня, думаю, брать. Ну, все пиздец, короче, подшипники там, туда-сюда, ходовая, продавали, пошли брали. Оказывается, сука, старые гайки, короче говоря, они уже настолько проточились, ну, у меня шпильки на колесах, они настолько проточились, что они диск не поднимали. Я сейчас вчера поменял, блядь, на сзади, только на задних колесах только, блядь, гайки поменял, все, короче говоря. Приезжал, сегодня на 150 разогнался, на штраф придет, блядь, с камерой. Я там, блядь, струбачил, блядь, пиздец. Ну, серьезно, вот сколько отсюда, ой, ну да, вот от моего дома до сюда 56 километров. Ну, как плюс вот Красносельск, вот. Раньше я, блядь, там разгонялся где-то, ну, километров до 100, ну, начинало хуярить, ну, я думаю, ну, что пизда, блядь, лесо кривое, а мне еще, сейчас, кстати, поеду покрышку забирать, у меня еще крыша на покрышку, короче. Сейчас, блядь, да, куда же приопустил, она, блядь, как поехала, блядь, я ее, ну точно штраф придет, блядь, ух ты, ни хрена себе, вот это попадание, вот это попадание. Не сосла. Признание букаву. Ты даешь. Сань, какой у вас счет? Ракетку протри. Стоп. Есть, надо, блин, стиралку уже купить, например. 6,5 лет без стиральной машины. Ручная, я мастер. Слушай, ну, так это самое. То раньше же я со своей жил, как бы, у нее есть. Ну, я думал, блин, нахрен, не надо было. Пришел, закинул, блин. А тут вот год уже как разошлись, короче говоря. Я стал мастером ручной техники.
Отдыхать пришел, да? Нет, дома. Дома отдохну. А сейчас в карьеру. А с кем, кстати? А, у тебя по правилам 3 минуты есть. Ты что, выиграл? Да. Нет, я не выиграл, он проиграл. Ну, я тут ни при чем. Я так постоял на старом. Саша, да. Что, не в форме? Нет, он во втором финале. Он не в форме, он во втором финале. Второй финале тут тоже весело. Охренеть, Саня, конечно, ждет первый. Да. Как вот, почему он мои брал, да? Его не берет. Нет. Жигунов Игнатьев, четвертый стол. О, блин, Саша, ты уже горячий, теперь холодный ты, блин. Да ладно, ты холодный. Ты вынутишь, что ли? Да ладно. Нет? Нет. Я вижу, что ты с шариком нет, пошел, я сразу свой выложил. Меня не на Е сейчас. Да. Меня тот, который был на Е. Такие странные шарики вообще. То есть три часа. Три тренировки и еще шарик пришел. Ты вообще расколол, а он такой голову добился своего. Вот, сразу все, пора противника, глубокого падения. Ладно,